Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на предмет, признак или количество, но не называет их. Местоимения делятся на следующие разряды. Первое. Личные местоимения. Это местоимения, которые указывают на лицо, участвующее в процессе речи. Первое лицо указывает на говорящего. Единственное число – я, множественное – мы. Второе лицо указывает на собеседника. Единственное число – ты, множественное – вы. Третье лицо указывает на предмет речи, о ком или о чем говорится. Единственное число – мужской род – он, женский род – она, средний род – оно. Третье лицо – множественное число – это местоимение «они». Личные местоимения склоняются, и при изменении по падежам меняется полностью облик слова. Посмотрите, местоимения первого лица «я», «мы» в родительном падеже будут как, выглядеть как «меня», «нас», в дательном «мне», «нам», в винительном «меня», «нас», в творительном «мной», «нами», в предложном «обо мне», «о нас». Местоимения второго лица «ты», «вы» в родительном падеже будут «тебя», «вас», в дательном «тебе», «вам», в винительном «тебя», «вас», в творительном «тобой», «вами», в предложном «о тебе», «о вас». Местоимения третьего лица «он», «она», «они» в родительном падеже будут «его», «ее», «их», в дательном «ему», «ей», «им», в винительном «его», «ее», «их», в творительном «им», «ей» или «ею», «ими», и в предложном «о нем», «о ней», «о них». При склонении личных местоимений в косвенных падежах к местоимениям третьего лица после предлога прибавляется буква «н». Сравните. «Подарил ему», «подошел к нему». К местоимению добавили букву «н», потому что это местоимение стоит после предлога «к». Следующий разряд – это возвратное местоимение, оно одно. Оно обладает такой особенностью, у него нет формы именительного падежа. Итак, родительный падеж – себя, дательный – себе, винительный – себя, творительный – собой, предложный – о себе. Следующий разряд – это притяжательные местоимения, это местоимения прилагательные. Они указывают на принадлежность, изменяются по родам, числам и падежам, отвечают на вопросы «чей», «чья», «чье», «чьи». Притяжательные местоимения связаны с личными, поэтому от местоимения первого лица единственного числа образуются притяжательные местоимения «мой» – это мужской род, женский род будет «моя», средний род «мое», множественное число «мои». И от местоимений первого лица множественного числа образуются притяжательные местоимения «наш», «наша», «наше», «наши». Второе лицо, единственное число «твой», «твоя», «твое», «твои», множественное число «ваш», «ваша», «ваше», «ваши». Третье лицо, единственное число – это местоимение «его», «ее». И третье лицо, множественное число – это местоимение «их». К притяжательным местоимениям относят еще местоимение «свой». Отличайте личные местоимения от притяжательных. Личные – «слушаю его», «слушаю кого», «его». Это местоимение зависит от глагола. В предложении будет выполнять роль дополнения и указывать на предмет или на лицо. Притяжательное местоимение «слушаю его песни», «песни чьи». Это местоимение зависит от существительного. В предложении будет играть роль определения и указывать на принадлежность. Следующий разряд – это вопросительные местоимения. Это те слова, которые формируют вопросы самостоятельных частей речи. Кто, что, какой, каков, чей, который, сколько. Сюда же можно отнести местоименные наречия, то есть вопросы наречий – где, когда, как, почему и так далее. Главной особенностью вопросительных местоимений является то, что они употребляются в вопросительных предложениях. Кто ответит на вопрос? Какой признак является главным?
А вот относительные местоимения – это те же самые, что и вопросительные. Ну, и к ним относим также местоименные наречия. Только они употребляются в повествовательных предложениях и выполняют роль союзных слов, то есть они в сложном предложении связывают две части – главную и зависимую, придаточную. Посмотрим на примеры. «Я знаю, кто ответит на вопрос». Видим, что это предложение по цели высказывания повествовательное. Оно состоит из двух частей. Главная часть – «Я знаю». Задаем вопрос к придаточной – «Я знаю, что». И придаточная часть – «Кто ответит на вопрос». Роль союзного слова выполняет относительное местоимение «кто», которое в этом предложении является подлежащим. Другой пример. Мы определили, какой признак является главным. Это предложение повествовательное, сложное. В нем можно выделить две части. Первая часть «мы определили». Задаем вопрос «определили что?». Придаточная часть «какой признак является главным?». Союзное слово «какой?» в данном предложении и выполняет роль определения. Следующий разряд – это неопределенные местоимения. Они указывают на неопределенный, непонятный предмет, признак или количество. Образуются неопределенные местоимения от относительных или вопросительных с помощью частиц «кое», «то», либо «нибудь», которые пишутся через дефис. Посмотрите. «Кое-кого» – эта частица пишется через дефис, выполняет она роль здесь приставки. Но если между этой частицей и местоимением появляется предлог, например, «у», «кое-у-кого», то такое неопределенное местоимение пишется раздельно в три слова. С частицами «то» либо «нибудь» неопределенное местоимение пишется через дефис «чего-либо», «сколько-то», «какой-нибудь». Сюда же к неопределенным относят и местоименные наречия. Где-то, кое-как, когда-нибудь. Как видите, они тоже все пишутся через дефис. Также к неопределенным местоимениям относят местоимения с приставкой «не». Некто, нечто, некоторый и несколько. А вот отрицательные местоимения указывают на отсутствие предмета, признака или количества. Образуются они также от вопросительных или относительных с помощью частиц «не» и «ни», которые могут стать приставками. Особенность этих частиц в том, что «не» мы всегда пишем под ударением, а «ни» в безударном положении. Давайте посмотрим на примеры. «Некого спросить». Здесь «не» приставка пишется слитно, она ударная. «Никого нет». Приставка «ни», она безударная. И правило здесь будет следующее. Если между этими частицами появляется предлог, например, «не у кого» или «ни у кого», то такие отрицательные местоимения пишутся в три слова раздельно. «Не у кого спрашивать», «ни у кого нет». Следующий разряд – это определительные местоимения. Их немного. Чтобы запомнить, можно собрать их в пары. Первая пара – однокоренные – «сам», «самый». Вторая – тоже однокоренные – «весь», «всякий». Третья пара – это синонимы – «каждый», «любой». Четвертая пара – также синонимы – «иной», «другой». К определительным относят и местоименные наречия – «всюду», «везде», «всегда», «иногда». И последний разряд – это указательные местоимения. Тот, та, то, те, этот, это, это, эти, такой, таков, столько. К указательным относят также и местоименные наречия. Так, там, тут, тогда и так далее.